Аппарат. Алло. Аппараты говорим. Алло. Сейчас я. Чё, без скайпа, что ли? Да. Да. Чем прикол? М? Чем прикол? Не знаю, зашел что-то. Сейчас без скайпа играю. А, нет, не Антоха Бомба. Там, слышишь, перед тобой извиняется босс. Никита. Варягер. Кто? Бог постит. Бог постит. Какой Никита? Скилл. В записи твоей. Когда, блядь, я не помню. Подожди, в записи на твоей. Че, на моей стене или на фотке? Фотка меня будет. На фотке? А, ну сейчас пойду, че. Я не помню просто, че там кто-то комментировал. Антоха, Антоха Бомба, это Антон. А я не вижу, где ты написал ему хоть что-то. Я еще не знаю, где, когда, где.
Кто это? Сейчас, погоди. Вы с ним играли? Да. Посмотри переписку с этим челиком. Бля, как я посмотрю? Вот, у меня вот, вот с этим челиком. Я тебя пока скинул. Переписку? Это ж нет. Переписку. Да, там есть это? Нет. Я хз тогда, Никита. Ты что-то путаешь, может? В доте? А, в доте? А, здесь же ничего нет. А, так вот это Антон. Это Антоха Бомба. Да, я понял. Где это Антоха Бомба? Забей. А я... Так... Виталик здесь ничего не писал? Ты чё, рофлишь? Чё там у меня трепчилось? Госоломит, пока или нет. Да, он сейчас придёт, он же быстро смотрит. А чё у этого героя Майдана нет кондиционеров? Или что? Кого? Кондиционера нет? Нет. У него в прошлом году этот, он яйца на окне готовил. Скоро положил её, они грелись. Яйца готовил? Ну ты не сказал, что ли? Спроси у них сейчас. Свои? Не знаю, может свои. Для кого? Для себя, когда Леонид на кухне греешься на подоконнике. Кирина. У тебя Тинкер. Тинкер почему говорил? На этом. Фоновое изображение. Профиль. А. Слушайте, просто мне. Не знаю, там нет красивого, нормального. Не, у меня цемочка. Я хотел тебе Тинкера подарить, но у меня этот, он один раз это, скажи. Меняется сет. Ну посмотри там в играх на Тинкера, на Тинкере сет. Нет, на Тинкере игра и там сет, посмотри. Какое тебе звание? Это предыдущее, типа, еще показывает там? Да. Какое... Легенда 1 была, да? Да. Это бомбер. Да, почему? Сколько у тебя ММРов? Это потому что это дается по ММРу, это не дается по твоему скиллу. А я не знаю, у меня нету ММР. Ну сколько у тебя было ММРов? 3500 или 4... Я не помню, да. Я слил там много. Третья, четвертая легенда у тебя будет. У меня... Я помню, я 4К апал, групповой. Ну, 4К это гид, ну, вот это пятая легенда. И первый эншент. Да, но я слил, понимаешь? Там у меня что-то осталось... А, групповой? Тогда. Групповой это был. А соло... 3500, 3800 где-то тоже так было. 3400. Ну, что-то в этом... Я понял, там чистилище. Я знаю, там чистилище. Я не мог поднять, типа, 4. Да это бред, меня откидывало обратно, я, типа... Я знаю, как это работает, ты можешь рассказывать. Я когда апал... 3200 еще, да, вот, когда была легенда 1 была, я, ну, 3200 только апнул, сразу же луз, я даже знаю, типа, что я сейчас лузну, я начинаю играть луз, еще один луз ловлю, потом две победы, опять 3200 и опять лузы идут. Чуть не поехал. Подожди сейчас. Потому что меня. Я уже написал тебе. Написал тебе. Написал? Ну, что еще? Я не помню.
Надо вообще. У меня память 3 секунды. Я сейчас приду. Знаешь, у меня батя из дома пропал. Кто, батя пропал? Да, только что дома был, я прохожу, нет, не дома был. Давай жарит. Рефреш. Предметы, так. Скорость передвижения уменьшена. Рефреш? Стоимость уменьшена. Стоимость, не просто скорость передвижения уменьшена, я уже такой. Это юл. Это юл. Да. Уклонение уменьшено. А, кстати, ты знаешь теперь то, что типа когда ты играешь на Балнаре и Феникс против тебя ультует, то день начинается. Что еще раз? Каждый раз, когда Феникс ультует, начинается день, неважно, чья-то ночь балнаровская или обычная ночь, день начинается сразу. А, прикольно. Но я не пробовал подрубить ночь во время того, как Феникс коснет ульту, кстати. Где Балнар? Только зачем это? Котл может похитить в этот момент только и все. Ну так ладно. Че, Котл может похитить? Ну, день же будет. В связке с Котлом, типа, если. А так этот день бесполезен. А, ну если только еще ослабить Балнара, ладно. Этого. Типа полностью ночью отрубает, особенно когда Балнар видит всю ночь. Ну да, окей, ладно. Против было. Что там еще? Как там правильно Феникс пишется? Он, по-моему, точно не Феникс пишется. Как адекватно он как? Феникс, нет? Ну я так и написал. Феникс написал. Где? А, нет. Феникс. Феникс, да, вот я говорю, он по-давонски пишется. Ну, ЦМ-ку бахнули, чуть-чуть. Бля, я забыл на меня писать. Подожди, Криат... Криат, те хиро. Это? Фуеник с ценами. Так, погоди, здесь два Феникса дерутся, одного я задаю. Так, смотри, вот он макс. А! Он не дает Балнару ночь коснуть. Но зато когда яйцо разрывается, сразу начинается ночь. Где этот клоун? Он уже здесь, почему он в скайп заходит? Тинкер не тронули опять. Нет. Он так слаб. Мипа. Броня увеличена. Еровск. Что это? Расстояние от лучей до героев уменьшено. У Милокера. Каких лучей? А? Уинвокер, что сделали? Со страйки в катаклизме ближе герои появляются. Да катаклизм, знаешь, что такое? Да знаю, знаю. Не, просто я не помню там, какой, с какого почти пропал.
Как можно 1.13 играть в Soul Heart на пистобайке? Кто? Ну, он уже последнюю игру чекнулся. А, твоя? Посмотри, посмотри, Пуджа. Подожди. Ну, Пудж душитель. Угу. Раздражает их душение душителя. Ну, 1.13, да, сильно. Посмотри, знаешь, какую мою игру? Открой мои игры, сейчас скажу. На линии. Я не могу в скайп. А. Герой Мэнда. На арене? Собаки? На линии. На линии? Да, на линии. Мы на арене. Нашел? Да, карту насмотрел. Остался. Кинь карту, чекай. Меня не крутит. Не знаю. Кинки, ну 17, не говорил, я не хочу. Так он калибровался еще, понимаешь? Нет. Я его сдушил. Ну блин, Лина, она сильнее. Вообще-то нет. Вообще-то у нее вообще-то нет. Раньше атаки и что? Больше. Чего раньше атаки? Он подходит и дает лазер и мачит ракеты. Он не, может... подходит. Ракеты она просто нет, забьет себе. Все в скайпе сидят? Если все. А, погоди, сейчас я это... Сейчас срубну его. А, давай в конфу и бучи крым и санкции. Ну, респект к ребятам. Знаешь что? Погоди, короче, Давид, давайте я попробую еще перезвонить. Давай. Да. Привет. Вот и как жить? Пускай. Ну, героям славы. Ну, тип того, да, если бы героям славы, у меня работал бы и Play Market. Если бы реально героям славы было бы. И все обработало, но у меня, извини, Крым наш. Немножко не тот лозунг. Сори, сори. Да. Поехали, я не знаю, я уже второй день с температурой катаю. Ну поехали. Я в голос проорал с того, что типа температура за окном такая же, как у тебя, и ты что-то комбинируешь с природой. Ну да, типа, я вот с градусником живу. Какой труба? Сдуржите. А Виталик? Виталик? Виталик хочет... Запускай, запускайте, я подойду сейчас. Какой труп. Еле успел сдружить. Давай рейтинг запустим. Чё? Давай рейтинг запустим. Он сгорит, потому что у него откалибрует сразу. Сразу? У него идёт игра. Сразу. Ну потому что мы 9 игр с ним уже в рейтинге сыграли. Он хотел 9 игр сыграть, а потом типа все забить. Может, вижу.
Только я в две вижу. Ну, я там ниже стою. Ну, он трубу просто очень, очень много жарится. Ранки, турбо. Сколько он играл турбо? Вон ранки-то идут, пошли. Леон, Висп, Сларк, Шэдоу Демон. У тебя же нет компендиума, я забыл. Тебе заносить? Нет. Ну, знает сам тогда. Знает я сам. А. У себя 740, третий уровень. Как вы 740? Ну, сори, это уже герои Донецка могут себе позволить. Потому что с 12 смертных это далеко. У тебя рука на пуджа есть? Нет. Какая рука на пуджа? Имморфолская. Нет, ну ничего, я бомж. Почему не могу тебе подарить? Я думаю, в России. Секундочку. А, я тебе могу другое подарить. Не надо ничего дарить. Ну, тогда соси песос. Сейчас за зло пришел к центру. Я первый нажал. Сука, каждая игра банится Тинкер. Катя, сейчас Клинкс 5 себе. О, ну да. Сейчас он еще сильнее, чем раньше. Я могу заролить. Давай. Флэш. Давай, давай. Интересно, да? Ага. Ха, ты победил. Правда, огромный шанс, что он начнет трясти, поэтому другие не плюс. Что? 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 Ты там что, вообще бог? Фига, я видел 85, а ты бы хотел еще немножко. Скала от Левиталь. Нагиб. А если бы одинаково? Ну, брат. Один из ста, да, шанс. О, Виталик, слышишь? О. Хочешь мид? Давай. Я себе стрепку не заметил. Пикнешь? А может быть ты пикнешь? А может быть ты пикнешь? Я просто сейчас возьму морфа и там сразу всякие пэлы заедут и все дерьмо. Да. Тем более ты сразу будешь как-то гусеницы задушим их. Может ты прыгаешь ко мне и мы задушим их? А меня-то душится. Забей. Да, забей на Зевса, я его убью. Да, да. Я могу убить пойти, если хочешь, динкери на легкий фармить. А, я уже вижу, как ты за морфа качаешься на шпильце. Класс. Сларк? Угу. Вика против Сларка. Хорошая идея. Спасибо, воздержусь.
Папаня не выиграет Сларка, алё, успокойся. Давай, ты мне расскажешь, что ВК ничего не делает Сларку. Ну, в сельпе ничего. Это прямая контра Сларку. Ой, Сларк, вернее, наоборот. Ух ты. Где там мой герой? Найс песня. Против корабля или Ширка? Ты герой, конечно, брат, герой. Ничего не скажешь. Алло, петух. Если ты не крашка мне, то я разобью мотки, которые ты даже не купил. Хорошо, принято. Ну тебе хил нужен. Мы типа там Сларка задушим. Да. Серьезно задушим. Ну ок. Да не задушите вы его, вы обозреете. Ну у тебя лог типа под хил, зачем мне тебе еще экспу воровать? Ты в жизни шестой не апнешь. Да. Я уже вижу эти ультимейты. Да я хотел взять этого, скажи. Ну типа, если бы я знал, что я не на морфе, я бы этот задал телеком спик. Не, нормально, типа там сейчас Лишрак пуч. Ой, Лишрак Кунка сейчас будет. Сейчас будет медовый бучер душить нашего брата. Ну что-то нет, там медовый Зевс. Молодого. Не, там Зевс саппорт. Спорим на этот Иммортал. Не-не-не, спасибо. Не-не-не, на какую? На Джаггернаута? Конечно. На Джаггернаута я на Пуджа. Конечно нет. Отказано. Денайт. Денайт. Вот так вот. Твое предложение. Мы без врата в топе. А куда он все псы потратил? Давай, шеди, шеди, леди. А где все псы? А. Давай. Ты на цыгана похож, ты можешь, слышишь? Хочешь хорошую идею? А хотя это не работает, наверное, против Девса, я не пробовал. Короче, Виталик, рассказываю, как переиграть Челика в Меду с первой минуты. Алло, чё, я тут. Слышишь? Хочешь расскажу, как переиграть Челика с Меду с первой минуты? Давай. Крипов не блочите. А, я заблочил, короче, и они... Я за Дайер, правда, играл, но они где-то только... Ну короче, да, я говорю, потому что он не блочил, потому что он тоже имеет мозг, как, прям как я. Там три героя в топе. Оба. Переиграл одного, второго. Терял половину. Чё-то идите. Короче, Дарен Паунс все задоджил. Я не вижу Джиггернаута, у меня Джиггернаут у себя какой-то. На Требертон. Так, я ж сказал, Денай, нет. Отказано в твоей просьбе. Там Кунка саппорт. Так, Кунка... Против корабля, против корабля. Не, подожди, там. Так, что? Ай-яй-яй, слушай. Ого. Вот у меня фул, короче, диаболики. Привери. Я что-то тут тяжко. У меня два ренджа. Ненавижу игру. Раз, два. Давай еще за вышку. Там типа трипла стоит, они качают. Ну. Тут пусть не отмать. У меня два ренджа, я не выкачаюсь, ты бучу меня. Да, это тоже пиздец. Хорошо, урон. Бьет меня, если ты ничего не кинешь. Блин, это херня, я пойду, короче, средний коридор на силу. Что, задушим, брат? Не бы потом. У меня стун есть. Что? Да я вы... Был бы крик, сбил бы Клари. Я говорю, там очень жестко. Что-то.
Там, типа, так лицом торговать не получится. Там, типа, стан, торрент, паунс, варлок играет. Играет? Да, давай, давай, брат, я знаю, ты хочешь. Я хилана купил слишком много для этой линии. Даже разочаровался немного. Я у тебя по фарму? Ты не задонайл его! Да тихо, да пучку кал, я из-за этого отнял. Ты не задонайл его! Задушил! Боже, там душитель надо меду нас. Опять в оранжаве. Потому что это все потому, что не знаю крипа тогда. Боже, давай меня во всех смертных грехах. У тебя вот опять, я не знаю крипа, у тебя сверху сдох. Так. Непонятно почему это. Пожалуйста, пожалуйста. Вот же шел к тебе. Остановись, остановись. Не? Остановитесь. Я у тебя тут экспо поворую? Поворуй. Не против? Не против. Хорошо. Могу крипов еще. Хочу, чтобы двух рынжей убил. Я буду тебе мешать, я проверяю твой креп. Респект к ребятам. Так играю против пятерых. Шестой игрок добавился. Нет, он пошел за руной. А там инвиз. За ней. Да? Да. Я не знаю, нет, брать Нидас против Сларка или? Чего? Нидас? Против Сларка. Не, СС. Нет, он вернулся с ДД. Ты сейчас сдеваешься, ты бесполезно. Так да я или нет? Я могу типа минус армор взять, и мы алло вообще будем это. Да или нет? Я серьезно прошу. Армор. Ты можешь ему лицо стянуть с станом там? Ой, у меня кумка. Не дотягиваюсь. Я поехал помогать брату. Так ты мне ответишь? Да подожди ты, ответчик. Да, я тебе сказал, конечно. Иди похилься, я постою. Думаю, там дан дальше. Да? Можешь еще кларить? Не, иди похилься, я постою. Икспан. Да иди похилься на мне базе. Мне тоже нужна. Мне нужно что-то. Ой, боже. Я сдохну сейчас, ладно. Да, конечно, говорю, иди похилься. Нет, мне икспан нужно. Там шрайн есть. Пойдем на это. Да, куда, блин? Да, сюда. У тебя ботл есть, значит, жри вот эту руну еще. Сначала руну, потом сюда. Давай, брат. Нет руны. Сейчас. Нет, хилишь 70%, я тебе манга дам. Почему вас? Ты Чаус. 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 Конечно, ты только крипов и видишь. Знаю, ну, я тут. Я ж на коре играю. Когда в миду, тут вся карта просто везде смотрит, глаза косые уже. Один вверх, другой вправо. А когда на легкой крипы, вот это дуба по прямой, знаешь? Sorry. Красная бей, зеленая тенай. Все. О, это катапульта мне сломала игру только что. Если что, мне катапульта в прошлой игру сломала. Я не смог добить катапульты из-за того, что на дворе запутал. Тебя лишь рак бить, да? Душа, драки. Там, если что, сварка на фрихарте, это куча кило. Там уже... Да это так не работает. Я знаю. Развлекайся. Беги, брат, беги, спасу. Не спасу, разменяю. Вот это пакчам. Боже, что за демон? Я говорю, ты должен был тут. Я этого крипа затрусил, что ты демон. Конечно. Так нечестно, да? Не надо было лазер тогда кидать. Там у тебя летела бы штука эта, я бы успел. Со мной, только так и надо. Только лазерами. Идеальный способ тренировки, лазером по лицу. Ага. Вон бегает, смотри на тренировок. О, ты с Мидасом уже?
А, я понял. Так я все, Рипус. Оу! Я отмету поможу. Там просто на Тинкера напали, мы поможем. Ну, она не было, когда ТП. А что этот у Старка? А ты пила? Он такой, конечно, Лотар будет, им проиграем. Не, не проиграем. Ты же знаешь этого героя. Вот эту пассивочку, короче. Ты умираешь? Хочу, да забей. Против Тинкера вчера я играл. Убиваю Вингона, меня убивает. Хороший герой. Или Мортру убивает. Кто быстрее? Че у него? Давай, два? Души. Кто быстрее? Давай. Ага. Я стики есть. Сейчас скажу. Что, вы задушили всех? Полетрей. Дай скрипа перед смертью. Я смогу что-нибудь сделать? Какой смертью? Дайте премия. Мне кажется, если ты сможешь. Именно сможешь потом. Я смог. Тут вряд ли. Ты пока бегаешь, я крипов пар. Уйди отсюда, кул. Я сейчас сломаю, Мидас. Извини. Там, кстати, что у этого? У извини, у меня температура, я болею, у меня недавно было день рождения. Все, простите. Удился. Если бы, я бы с удовольствием. Я каждый раз, когда я думаю, что я серьезно болею, пересматриваю, буду стучаться до небес. И чувствую, я скоро посмотрю этот. Короче, я выхожу, пошу. Тебе 20 лет? Он на нее бьет. А, ну да, точно, все, вопроса больше нет. Или нет? Или да? Я затрейдил. Спасибо. А почему у меня ничего не докила? Вы сейчас... Он рассчитывал. Да, а там что-то это, Сварк. Странно. Сварк 1-0-2, все нормально. У нас осталось на 1-0-3. КДА одинаковый. Нейсас. В таверне, смотри. Подожди секундочку, у меня тут два гомосексуала. У тебя там не по шансам, да? Да, не менее любые. Ага. Короче, у меня медаль, пойдем за душем. Душить? Да, я душить? За. Душить? Пустить или душить? Душить. Да. Дели со мной, Диаболик. Я стану там. Ребят, пухом такие, ребят. Да это жестко, пупсик! Да боже, ты когда пульт мне опять жизнь сломала. Просто пришел с медалью, объяснил пацанам, что не надо на моего коня нападать. А, я понял. А, там Тинкеру сейчас объясняют, что не. А там корабль! Земля тебе пошла. Я никакая бабка не надо. Да это жестко. Не хватало столько бы. Там уже в наш лес Андерлорд переместился. У меня тут нету портала. Там уже Underlord, да, тут опасно, короче. Я пью Шрайн, Лёш. Там... Да, подожди, там тут на меня уже идут. Варлок, Варлок, Варлок. Короче, Варлок. Когда Мордиган? Там девятый. А там Зевс, короче, спамит по моему брату. Задушим? Задушим? Ну, только там... Там путь ошибается. Ошибается. Тяни, короче. А это? А я его свапну. А есть? Синергия скиллов. Я похнул вампиров. Сверху, да. Сверху, в смысле, на небесах? Да. А, Зевс! Ох, там у меня конь побежал, За Зевсом. Господи, Зевс. Чё там у него, алтарь есть? Помощь, а, у нас Underlord без второго скилла, найдичку.
Тяжело, да? Зандерлорд же стоил. Так там 9-й Старк. Я 7-й. Я 8-й. Классом не меряем. Лёша уже в 9-м. В смысле? А, там Зандерлорд это, до сих пор 5-й. А, там Голема отдали, вот. А нет, там слышно, там скинья. Короче, можешь начинать душить Тинки. Я у него в спине все. Меня Никита отправил. Никита, что это за такое сообщение? Что, мы на Твиче играем? На Ютубе. На Ютубе, брат. Дай медаль, короче. Да, это раз. Ветеран ЕГЭ. Я, если что, свап. Это верно. Прям сейчас. Ну если я сейчас свапну, у нас бы на Тинкере минус по голову. Елку. Забрать бекенку или не знаю? Я его убил. Еще и регенку засейвили для этого, да? Ничего за тобой. Че, мани? Дай ему килл. Я только прилетел. Короче, ты приходишь, он играет, я его свапаю. Ёж ты. Они там отдали очень много. Слабый, нервный. Эрик, знаешь, тест вот здесь? Угу. Когда ты подашь спиной к человеку, а он тебя не ловит, и хоть пить пивас, ты лежишь? Да, нормально. Я понял. Классный тест, я согласен. А я покажу. А, я тавр бью. Так он умер. Ты что, больной? После смерти чуть-чуть. Так, что-то сделал. Ой, там и бежит этот. Я бегу. Да забей, там рыба. Не, нормальный замес. Это гениус? Мы можем здесь всасывать? Нет, с таким хп я не могу его. Ну ладно, иди ко мне. А криты не хоть раз. А, там Кунка видел? Я знаю. Он крест в этого отдал. Ой, Виталий. Конечно? Нет, далеко. Классный Кунка.
кресло юзного здесь надо. Боже. Да, Кен, Кен. Я со слаб. Со слаб поставил. Говорю со слаб. Удар? Да. Удар и... Сразу сабли, чувак, походу, все. Всю жизнь курицу не мог принести. Как я это стакнул? Я это не стакнул. Но мне нравится, что я ничего не делаю, еще и в субботу день. Короче, душу. Душу бомжа. Душу бомжа. Репорт! Сори, мне на варды. Я не мог определиться на что. Ладно, я сделаю тебе грязь. Да. Я дико извиняюсь. Владимир Уну. А там минус это. Помоги ему. Помоги ему, умри и... Я что-то подсел на шуру. Классно. На что? Шура. Это а, беззубый пипец. Я знаю, знаю, знаю. Не, сейчас он нормальный. Пузо из героя. С зубами? Это как уж Линкс? Да, наподобие того бога. Акула когда, если че. Хороший игрок 3. Это что там? О! На один старт. Ой, короче, репорт. Ты это объясни. Лорд! Ты там сам лёг, ты на один. Я буду вверх. Гриш принесу там герои, короче. О! Что этот герой сделает против Зевса и Сларка? Сосать. У меня 4-3-10. У меня... Играем на КДА. Да-да. Давай, давай, скажи, какой у меня счет, братан. Играем на КДА, я буду свапать тебя в замес. Видишь, у меня и нет. Я выключу сейчас прям помощь. Я с блинка врываюсь, короче, и туда в замес. Так я этот там нажимаю всякие свои кнопки грязные, меня симка боже почти. Ну вот, это в этом и смысл. Я просто не хочу Тинкера свапать, он уже отключил. Раньше, с нулевой просто помощь отключает, так. Знаешь, это собой. Ой, сори, сори, братан, извини. Я не обратил на это внимание. Он хотел стакнуть, а я заблочил. Ну плохо сыграл, не доиграл как бы. А куда идет Сларк?
А, туда же Кунг идет, на христиане. Ты сейчас умрешь или не сделаешь блинк сразу в кусты? Кусты, как я в 17 лет. Встретился с женщиной в А, так тебе что же 17? Почему? Ну, 18. Мы это уже проходили вчера. Ой, меня пушку у него вижу. Только он сдох. Виталик, репорт таким ребятам. Ну, вижу. У меня два сына. У нас в лесу черти ходят. Я в магазине решил, чтоб не купить. Я пришел к выводу, что тут отличная опция. Ребят, может, смаканемся? У меня еще БК прилетит. Как вам такое? Не, я хочу смакет все это сделать. Че, Варлок, господи. Купи смок, Варлок, братан. А, у тебя нет денег. Я порешал эти вопросы. Mm-hmm. Дашь мне 5? Дашь мне 5? Так, конечно. Я пока в этом пролетит сейчас. Давайте курнем, ребята, дружно. Дружно, дружно. Поехали. Курим, курим, курим. Нажимай, 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 нажимай. Да подожди, на пасек готовим. Чопа, на пасек. Поехали. Вон они, вон они. Блять. А мы на ульте кунки полетим, это, брат? А все, мы летим к тебе, брат. Мы сейчас это им хэнбэнг халилуя сделаем. Рыба! Бежать! А где я? А меня путь жрёт. Вол. Ага, а что ты делаешь? Ко мне кто-то придет помочь? Ребят. Что ты сделаешь? Я не улетел. Братан, я бы не мог прийти. Я просто банально бы не успел. А, он меня... Короче. Он тебя выпукал в последнюю секунду? Нет, я просто не улетел. Алло. О, фейк такси. Ну, кстати, классные видосики на фейк такси. Вот и ФПАС посимпатичный. Я сегодня с дагестанской красавицей. Да, и как? Да, потом я смотрел интервью Дождя, как ее хотели дагестанцы убить. Потому что она порно-звезда. Обман. Там пацаны вообще ребята, если чё, в Дагестане. У меня 4-5-10, мы не играем больше никогда. Эта игра закончилась. Я пошел фармить себе, короче. Не, я хочу себе Солар. Ты про что? Не рыба. Брат, не задуши. Фейк такси. А, ну да. Куда пушишь все время? Так я хотел с тобой с вами. А, там кони. Короче, я сейчас гейм затариваю. А, ты ходи подари. Смотри, я коней стал призывать, наверное. Там, аганим будет на 45-й. Да, ты можешь попушить, там типа корабля нет. Уже откатился, кстати. Почти. Ты, короче, кунку стягиваешь, у него минус. Да, я любого героя стягиваю. Либо правый край. У него минус лицо. Не, отойди там, бай-бай. Волосатый. Шар. Я вышел. Шар, ДП делай. Далек. Такси, лети, такси, на базу, лети брат. На базу, брат. Это не меня? Ну, слабо. Водила остался. Да ну, такси не так. Спасибо, брат. Мы могли, в принципе, он мог бы отменить, мы подрались бы хорошо там. Нет. Ну, Сларка у
Короче, гем. Если вместе будем держаться, жизни не будет. Ну, если убьет, то гем. Меня кашка. Блокар. Слышишь, Никита? Да. Да, я его запланил. Он не в чате, и он этот на Ютубе сейчас, потому что у него лагает Твич. И он мне Тим пишет Твичку. А ты на Ютубе? Да и сделай меня модером на Ютубе, я его. Что? Мы можем рыбу затушить? И кем, блядь? Понь, ТП сделай. Ладно, до фарки Тарас, нормально, я сейчас гем отдам. Тебе передают, чтобы ты себе очко забанил. Виталий, прикрыл? А? Или ты все деньги на экзамены потратил? Я ему тоже предложил. И сказал то, что я знаю человека, который в Крыму живет, проспонсирует. Конечно, 400 дэмэджа. Я пассивку, если б мог бы отключить, я бы добил. А мы можем в пятером, брат? У тебя голем есть, что ты делаешь? Куда ты стакаешь? Какой варпин? Мы можем убить Рошана и закончить эту карту. Да, мы можем прямо сейчас закончить, пошли. Брат с големом, подойди, пожалуйста. Подойди, пожалуйста. У меня гем, у тебе сварк не убьет. Я свап. Че, мы на рампу без Аегиса, а я по Аегису. Да пошли, ты видишь мой хп? У меня почти 6 хп. Я как... А, 5к. У меня гем. Короче. Ну и что, смотри, не потеряли ульты, я отошел, похилился. Все, флоу. Шли. Смотри сейчас. Короче. Покричи туда. Крикни прямо сейчас туда. Подожди, сейчас увидишь. Краб, когда я не знаю. Я на кресте. Сларк, рыба, тушить рыбу! Почему стан не бросит? Он идет. Бери. Гений. Я постоянно гений драку. Ты выпишешь тиммейт, она не... Короче, я бы слаб. Рыба до сих пор без тиммейта. О, рыба. Сюда, Юда, рыба. Свинья сюда. Это говно. Почему меня душат? А ты можешь доломать? Пожалуйста. Вернемся. Мне жалко. Там ДД. Ой, Лёш, пойдем. Да, сейчас. Я как раз Солар сейчас. Дай себе кое-что сейчас дозайду, куплю. Еще одну Тараску или сколько? А, Керсульку. Керсулька это жестко, спасибо. Нет бы пайп купить.
Зачем? Хотя, подожди. Я на 32 имею 6 слотов, хорошей игры. Я хочу, буду пить. Я не могу купать. Да, маяк. А, ты покупаешь? Можно мы Аеги зафармим, блядь? Да куда я его положу тебе, алё? А, я у тебя ДД украл? Сори, сори, мне мисклик. Вместо Мордигана, вот. Ну тогда не будет почти 6000 хп. Можешь вместо Мордигана положить Аегис, у тебя будет 12000 хп. Пожалуйста. Давай, я крикнул и дам соло. Рад, спасибо. Спасибо за сам. Ты можешь с линку сбить? Зачем мне сбивать ему линку? Потому что я не могу сделать так, понимаешь. Респект таким ребятам. Я страх. Я. Да, не 12-10, кстати. А, слышишь, смотри, посмотри, это имба, я оставил его включенным и положил в бэкпак. И чё, хп не дает. А в чем смысл? Если я его достану, уже включенным будет? Так всё, не в кафсталин. Такое чувство, что ты про член. Почти. Положил в рюкзак, если я достану, он будет включён. Это сложно. Не, они не сдали. Короче, а свапаю пуджа, дальше начинается веселье. Я тебя свап. Сел. Ладно. Побег. Хотел на морфе, не дали поиграть на морфе. Отошел, вернулся, смотрел, у нас и саппорт, и хардлайнер есть. Могу на четверке винге побегать. Я с тобой никогда вообще не играю. Да ты на кель. А теперь посмотри мой счет. По урону. Блин, я тинкера передамажил. Плохо. Еще? Надеюсь. Урод, нет, смотри, я все. 8814. Я понял, понял. Че ты? Ока. В смысле, ты куда? Да я пойду. Куда? Зашел я такой, короче, к этому. Давай. К Вовчик. Лёш. Ну-ну. На страницу. Какому? Сейчас увидишь. Я скидываю в скайп. А? Блин, я не доскинул и удалил. Сейчас скину. Да. Господи, а такой мон КС? То, что я открыл. А, я понял. Я видел, у него лустрик огромный. То у него друзья? А, у этого нет. У него тоже лустрик. Это все ЛП. Вот там, где обычно, это ЛП. Так, давай поможем, или что он? Да. Мы же выбираем героя. Там это... Ангелина откалибровалась, ты видел? Не, она у меня в друзьях. Сейчас скину. Там медал был. Чекай скайп. Сейчас. Герой? Смотри. Смотри. Герой. Герой. Смотри, нет. Геральт? Нет. Страж. Страж пятый. Да, она еще спать откалибрует легенду. Океан. Страж пятый. Это сколько это? Тысяч? Это... Да, тысяча. 1200 идет. Да, это так. Меньше, чем у Дианы. Я думал... Ладно, не будем записывать.
Да конечно, там на ютубе не записывается. Не важно. Подожди. Вы слышите, сколько у тебя на полный рейтинг? 1864. Боже, мне Филипп Киркоров заиграл. Хорошая песня. У тебя настроение синий? Одно. Если Никита не пойдет, я тоже все. В смысле? Я хочу полежать, покушать чуть-чуть. Реальный рейтинг написан. Все, Лёш, ты соло. Скинь свой YouTube, я буду смотреть, пока буду кушать. Так опиши мне в Steam хотя бы. О, меня лайкнул кто-то. Никита, скинь ссылку на YouTube, мне тоже. На мой YouTube скинь ссылку, Никита. Это... Я увидел, спасибо, я увидел, Никита. Правда, мне очень приятно было. Ты мне, да я же тебе говорю, что ты мне не сделал никакой подарок. Типа, ты просто вот это написал, но подарка не было. Где моя аркада на пуджа? Я ушел. Ты скинь, ой, Никита, скинь ему ссылку. Не да, меня, скинь. Да, хорошо. Рядом, братья, протирайте деньги, бит под окна. Ты беды лобиков, дамаков не лопал, подготовлю. Софитов не надо, кряду не надо, вам меня любить. Трубите в небо, канонады не получится забыть, не есть. Закинем удочки за правду, откровенно говоря. Видеть сегодня вас я рад был, я твой мозг не засорял. Тут без греплинга креп, хлебом не корми, да дай свалить от этого вообще. Сто локаторов на карте, практика показывала факт-факты. А, хотя, наверное, Б. А скорее всего, Б, я ошибся. 205. 205.
Надо все тебе. Даже не зарубим нормально. Ой, Серега, без запила. Seconds remaining. Your pick. Send out the press gang. Ten seconds. 5 seconds remaining. Where are you? I'll be back.
wisely. Seconds. Five seconds remaining. Не знаю, типа, помню ли туда. Куда он? Почему такой классный? А я думал, я еще не играл? Миллион лет? Ой, хвост тут питомец нормальный, а хвост, конечно, ущербный. И пушка какая-то ущербная, надо пушку какую-то купить. Тэлэнс... Ага, сборка с МКБ. Чем мы без сенса на луну? 500 долларов на дает. Посмотрим. Что он вкачал? Рано, рано. Stalking. We ride. ATM, hit him with a heat. Let's go. Yeah. The hunt. Все, по-моему, точка еще лучше, чем я думал. Настолько лучше, что даже двигаем ух. Два ранжа, что с линией? Я понял, почему не пушится. Regeneration.
Ну, давай, нажимать на все кнопки. О, я самый плохой, не помните. Короче, помню больше. Извини, брат, я ошибся. Да, я. Оставьте мне. Да, пикник неплохой, мне нравится тоже. Тем более, че на чё вроде на кнопки нажимать умеет. Слил, конечно, печалит. Я титанул из-за курьера. Прямо сейчас. Мне иглы выкачать быть дауном. Ты можешь в чат писать, я чекаю чат. Так, конечно, не поудобнее, то что ты в стим пишешь, но чат ты тоже смотрю периодически. Я понял. Слабо. Я плохо сыграл. Что там по Джону терпится пукнуть кого-нибудь? Но я отстанем. Хорошо играть. Да. Я думал, вы убьете его, не? Здорово. А почему не убивает крипа? Я пытаюсь лодкать его, плюс здесь кнопки должны убивать крипа с таким как он. Ребята на миксах, которых шестой. Кинг Симпиан. С тобой.
Почему? Вот, типа, я только что добивал своего, с такими же хп, изи убил. Возвязывай. И почему он так этот, вышел перед половину? Непонятно. Слишком сложно. Клипа, да, клипа. Да я вижу, что там сели, но зачем мне бегать? Надо было кто-то еще на лук. А, ну хотя я бы его играл, наверное. Не знаю, надо было тэпи учить. Братан, прошли на вас, пожалуйста. Ах, не надо, все. Спасибо. Да как? Как он меня здесь видит? Что это за имбагеры? Что у него? Это мортар что так фармит, а что типа вообще, ну? Не дает ничего. Почему не можешь поставить варды? Это ж понятно, но, типа как дважды 2-4, то что Энтон будет ходить. Let's go. They will find my blade sharp and cruel. I'm not
bottom tower is under attack. Dire fortified structures. Help your bottom tower. Do you like sucking bilge water? Quickly now. On the prowl. Он ко мне идет. Я знаю. Ага, да, респект, тебя любят. Смотри, я не хочу сказать, слушай, подрочь будет. Чем там 10 раз по ней попаду, потом там команда меня убьет, еще зачем мне это надо? Тинкер, который фармит всю карту, пикает мне. У тебя вот лес есть, почему ты фармишь эту линию? Серьезно?
Я что-то не совсем понял, что он сюда пришел. На ринге. А, карта. Ты раньше не мог нажать их, братан? Что? Да не будет, а потом стоит, ну что ты делаешь, Никинки? Будет тут стоять. Хорошая игра. Однозначно очень хорошая игра. Почему бы не придумать неуязвимость для RNG? Why not? Тебе какой-то взял. На душе. Типа я сейчас Карапаса убил сюда. Блин, ты делать пацан. Ну это следовало ждать, наверное. Не знаю даже. Надо пасту делать БКБ и этот, и МКБ. Типа, просто сейчас убивай, если ты, потом куда будет. У меня БКБ будет проблема, я убить. Хотя он Селинку купил только что, ну, она должна ехать к нему. Почему ты... Structures are fortified. Ой, что дальше нас кушали? Вот я и умер. Отойди, отойди, отойди. Я хочу купить БКБ. Типа, зачем я прихожу драку? Замутить было его и дальше фармить.
Как-то просто стою, пусть она у меня. Братан, тебя там замутил? Ты если в следующий раз высер свой, захочешь кому-то сказать? Сначала себе поебал, да? Типа, зачем буду приходить за место, если у меня 1600 хп без БКБ, которая мне, типа, отрывет все лицо? Типа, у меня уже похуй пуш, у меня половина хп, а не минус. Клон предлагает не сканить зомбраться. Ну, земля, похуй мне таким, ребят. Вижу. Да, ну как бы не сопал. Ну вот так бы не хватило. О. Хороший так. Заиграл, да. А он типа заставляет промахиваться или что? Типа с МКБ я смогу пробить его? Ну-ка, знатоки. Это лосс. Это... Кто скажет, типа, если с МКБ я буду бить по этому челику под первым скиллом, там... Да, так он доджит или он там миссы, я не понимаю. Сложно. Если они там умерли все от трех героев. Ну, не знаю, у меня два героя было. Ты на Берке там совсем больной? Как ты умираешь от этих героев? Объясни мне. Как играть вот с этими ребятами? Почему Мартра у меня, а они умирают от непонятно кого? Ситбол. Где Тинкер? А. Ну вы там развлекайтесь, пацаны. Нам просто спушите в сторону. Еще раз убеждаюсь, что там типа пик и клинкза выиграю игру. Соло. Ну типа они просто не приходят в сторону. Забей, ты видишь, у меня типа в сторону челики пушат, Тинкер вообще тут АФК стоит, вот здесь вот АФК стоит, и не знаю, что он тут делает. Вон видим баф. You're
Ну что, он просто пушит, никто ничего делать не может. У меня челик, он там стоит. Да, он на этой, скажу. На верке постоянно в таверне, я не знаю. Как можно умирать с этих героев на этой верке? Только если как-то умудрятся хватать Сайленс раньше, чем нажать ФР. Ой, Виндран. Один аут, правда. Your bottom shrine is under attack. We rise. Your bottom shrine has fallen. The more I coast and my manager getting cut short, try to assassinate in my ass. Cast a non space with no tracks. Then the shadows collapse. I eradicated this class. Now I'll lace all my loose ends. Cause the change is soon to begin. No more slaves. Щемка, блин, ура. Надо было здесь оставить. Извини, брат, извини, да, я надо было тебя оставить. А куда ты идешь постоянно? СМКБ прилетело. Почему мисы? Что за мисы? Ну, это, в принципе, хорошая игра. Невозможно попасть, невозможно убить фантомкой. Сколько мясов было, ребят? Ну-ка, посчитайте. Нига. Не, мне интересно, почему я миссовал А, я понял. Мне не было НКБ. Я думал, НКБ собирается через без квартов. Кто ты был до этого? А, почему у меня звания не прогружаются? Архон 4. Архон 4. Ну, если сегодня не выйдет, если он будет так на сквере. Архон 4. Архон 1. А теперь вопрос. У меня Архон 4. Архон 4, Архон 4, Архон 4, Архон 4, Архон 1. Смотрим. Архон 4. Архон 4. Легенда 3. Архон 4. И... Архон 4. Что сделает Легенда 3? Который пикает Кингза. А, он еще и Эншент 5. Хорош. Хороший. Легенда, первая легенда, первая была. Первая легенда. Первая легенда. Все первая легенда. Третья легенда. Не, ну типа, я тут недавно смотрел, впрочем, у меня были все эти рапиры как. Maybe that. Ну, ну вот, смотри. То даже, типа... Ну ладно бы, типа, если бы это одна была, ну, легенда третья. Но у меня Архон первый, который покупает МКБ без всего, без блинка, без всего. Ну, не ноль артефактов на сейф против Клинза.
он умирает от него постоянно. И типа он не понимает, что виноват-то не я, он. То, что я не я прихожу в драку, а я фармлю. На 19к. Прям как на Клинзе, который, который с Гдлайком бегал. Хз, просто типа этого Клинза надо постоянно спамить, но это неинтересно, я не знаю, мне не нравится, как герой спамит. Какой левел чина? Девятки? Да, неплохо. Сильно играет парень. Причем челик играет, ну, линкой, дабл тыкой. Челик с худом играет на Марте. А не могу выиграть. Сколько? 1%. Было 7%. Лет голды в минуту, так оценка. Я же поднял. Голос 20, остался 50. Арбарон, ну это феник, скорее всего. А, ну тем более, я даже не знаю, потому что я не играю на этом герое, ноль игр. Ну, че такое? Ладно, давай. Не задушит хирург. Ну чё, хирурга, разве такой же звонок у меня? Ну, мы вряд ли попадемся. Хотя, как он первых кидает он. Парим Клинкс не забанится, а вот его забанили, он не забанится сейчас. Ну, что я говорил? Пенсия.
seconds remaining. Опять же, все Архон 4, Легенда 3, Архон 4, Архон 3, Архон 4, Архон Нервы нет. Еще до клипов игра проиграна, на Тимак Питмус. Кентавр. Анимешник. Анимешник заснут там. Сборка? Да. Ничего, он предлагает я отлично. Хотя хз, мой бета так надо.
Ну, опять-таки, ребята. Ты не можешь переагрить крипов или чё? Чем ты пробовал? Да, в смысле? В смысле, почему? Ну какой смысл в этом? Ты не фармишь все равно. Что, болен? Смысл жизни у челика, чтобы закрыть меня. Он ждет ради этого, он дышит ради этого. Чтобы подойти, закрыть и уйти от меня. Почему не стопкасится гель? Уже идет закрывать меня, ну больной. Просто пот дышит для этого. Ах, если он закроет себя в астрал, у него мозг хватило для этого. Invisibility. Я сейчас говорю. Прямо сейчас. Ай, у меня. Is the wickedest morning, hiding in the wickedest morning, ever wicked morning.
Very bad, Butch. Sweet. Don't fuck yourself and... You want shine? No? Whatever. Yes. You hooked very late. If you hooked, he was dead. You know that? Caustic blow. Мне кажется, типа, что я получаю, он умирает каждый 15 бой, как каждый, ну, за каждый ульт он умирает. Я сейчас стою, ему неприятно, что у меня стоять. Почему я не тягиваюсь за него? Что за дичь? Ой, сосны в эрке. Курори юзнул, блядь, те игру поиграл, пикарас ебаный, блядь, ничтожество. Почему ты такой злой? Сейчас стоит против соло петух. А это петух должен быть. О, так это конечно, брат. Чего не всем? Только не хукай. Thank you.
was practicing my backstrokes. Agitation. What's this? Dire fortified destruction. With Vin and Dinah. Get back. My villain blows. Taste my venom. Odie's bot, Odie's bot, push mid. Anti mid go jungle or some shit. Надо сверху не поверить, скорее всего там хоста хосты еще не будет, да? Да. Надо будет снизу, там будут иллюзии. Не успеет. Come board, we can kill. Депсит. Бежим. Беги, беги себе. Ой, лол, я думал, что в рейнджах растут. Боже, я обманулся. Успел? А он гроб. Подожди, подожди, подожди. Давай. Да, я убился. Ты заносил имба? Почему так? Процент физических. Куда ты бежишь? The enemy's top tower fall. Pay attention, Melonhead.
Почему меня все это время бьет, аж перегрел вышку дважды? Иди давай 10, я не убью. Хиль меня, пожалуйста, а ты бежишь. Омник. Захищен. Йо, Омни, be careful. 7 TP top. Anti-mash TP top. Захиль меня. Yo, AM, can TP top? Thank you. Never mind. Почему ты разворачиваешься? Мы троем ничего не сделаем, четверым. Зачем ты разворачиваешься? They're trying to break your middle tower.
Omni, can you hear me? Coming, wait. Сколько можно, почему все время в раньше попадаем? Whatever since the day I was looking at a different. There was back when I was nine. Joey passed the nine.
Окей. Сколько альты? Вы херню полную делаете, зачем вы файтите? Вы должны были бараки сломать, отойти. Зачем вы делаете это, я не понимаю. Вам нужны так фраги, что ли? Speak English, bro. Зачем вот это все было вот тут? Вы просто ломаете два барака и уходите. Вроде не сложно. Да, неправильно написал. Ну ладно, будем переписывать. Поэтому надо вам не фитьте, алло! Не проиграйте игру выигранную. Давай его. Of barracks,
Удачи вам. Stop.
wake up in the morning, take a pass on. Bitches, fuck, pop, lash, bond, shim, rest. Lord, the forsaken, watch, bitches, fornicate. Lucifer, Beelzebub, Satan. Triple six be my language. Smoking on something that's flagrant. Shooting up something that's tangy. Raindrops cover my dreadlocks. Move 21 Savage Day Red Ops. Might get my face tatted with a hit. Он, скорее всего, на рожки ищет, так что мне с ними попасться никогда. Who's commissioned to revive? How much? 5 seconds remaining. 0-0, тихо. Я не скрил. Pick someone.
Choose your crew. Use it wisely. Hope they fare better than Goonkas. А кого-то бьют. Куда ты бежал? Я себе даже затыкнул, но все равно нужно бежать. Fever.
Ну помоги, хоть что-нибудь нажми кнопку. Я еще не успел. О. Тут сам перестанет, если что. Хорошо, братан. А про Опс не в курсе где? Кто? Опс. Сервер. Опс не в курсе. Сервер. Урона. Скинемся по нюкам. Потом поможешь мне? Понял. Я что такое угрозу шел? 5 минут назад. Your top tower is under attack.
Что? Почему анимация атаки прошла, а я еще не умер? Зачем, зачем ты приходишь, ты сейчас умрёшь? Здесь прям сендрек стоит, просто вот в чем проблема. Да, я тоже. Чем я это делаю? Боже, ну... У меня Зевс стоит в миду и просит сентри, чтобы я ему возил мид. Вот поэтому я, типа, я ненавижу типа, давать короли. Ты знаешь? Молодец. Фи, и... Зачем гор? Ну, зря тебе не надо еще лучше. Пойди, да, должен бить, все смотри. Помоги. You.
bad is happening to your top tower. Douse those fires. A lead. Your top tower. Use your What's words. This? Dire fortified their structures. Your top tower is under attack. Repositioning. This way. Double damage. I follow the trail. Это что, глупый? To your top tower. My blades grow thirsty. You like sucking bilge water? You can't fight what you can't see. Over there. It's not time yet. Blending in. I'm a hunt. Yes. Дальше сгорит, наверное, потому что я пишу Энчерл, шел. Там клоун, убейте его. Зевс, мы убьем. My feet.
Ты глупый? А, здесь Марс стоит на улице, наверное. Вот. Ну, зачем удачно поставил? Дай ульт, пожалуйста, на эти все. Ты ее убьешь. Зевс, ульт, пожалуйста. Вот. Эти челики берут мид. Всё, типа, ну, я не домываю с такого дерьма. Почему, типа, чел берет мид, когда он бездарный? Надо все говорить вплоть до того, что, типа, утони. У вас там все, если что. Снайперы с момом. Invisibility. Grow thirsty.
Сори, не думал, что убью. Нет, серьезно, не думал. Вот бегает долбоёб. What's the word from the crow's nest? It's dead calm. Yes. Feed my blade. I'll find them. Как они видят, что за дичь? А, Дастин нужен? Куда сам был? Экономили. Ранее тоже. Что за башня? Бей снайпера.
Шотган есть еще или что-то такое? Собираем КБ. Зачем? Там морфа бабочка, либо... Нет, там шотган. Ну, возможно, но, блин, ну ладно. Five enemies, five bounties. Значит, снайпер сделать. Покажу по. This they're attacking your bottom. You. Привет. Пирожок, ха-ха-ха, давай. Берёшь. Tower is taking a drubbing. Your middle tower is under attack. Your middle tower ran afoul of some harsh fellow. Не убьешь морфа. Проиграл. Ну, по крайней мере, это пойдет точно. Ну, здесь не разочаровал вообще жесть. Ну, типа, с этой минуты огоним. Что это? For the enemy's top tower. My words of power go unheard. Back on the hunt. Time to get your head above water. Grow some gills. Enjoy this. Something bad is happening to your top tower. I follow the trail.
Give your top tower a burial at sea. Your top shrine is under attack. Is that a broken twig, I spy? Your top shrine is under attack. Your top shrine has fallen. Trying to break your middle tower. Structures are fortified. This isn't how you win. You end your game.